Делаем коктейль Балтимор. В коктейльной рюмке. Беру мы, охлаждаем. Остальное будем взбивать в шейкере. Наливаем ингредиенты. Это 20 мл коньяка, 20 абсента. Сюда же мы добавляем яичный белок, который мы, например, разделили заранее. И все это взбалтываем. Причем, чем лучше взболтаем, тем вкуснее будет. Освобождаем нашу рюмку и выливаем в нее получившийся напиток. Который мы украшаем коктейльной вишенкой. Коктейль готов.